А вот еще факт. Выявленный линейными инспекторами ТПП «Дубасарский мост», компания молодых людей следовала в автомобиле транзитом через территорию ПМР по маршруту Кишинев-Новая Малавата. Это село, находящееся под юрисдикцией Молдовы. При проведении таможенного контроля над транспортным средством на заднем пассажирском сиденье в сумке для документов был выявлен бумажный пакет, а в нем измельченная сухая растительная масса – марихуана. Владелец травки предпочел сразу сознаться. Это мы. Ребята здесь вообще не пришли, честно. А вы откуда ехали, куда? С Кишинева, маловато отдыхать. Видимо, отдых обещал быть многоплановым. Однако завершился он разбирательством по уголовному делу в связи с фактом контрабанды наркотических средств.